Движение по улице Златоустовская запустят уже завтра. С 29 ноября автомобилистам придется по-новому передвигаться в историческом центре города. Изменения также почувствуют пассажиры маршруток и автобусов. Подробности у Евгения Янурова. Движение по улице Златоустовская запустят уже завтра. Если раньше через старейшую городскую артерию можно было попасть с площади на улицу Карла Маркса, то теперь направление потока изменится. С 29 ноября, то есть в субботу, здесь движение будет в обратном направлении. Значит, водители смогут двигаться с улицы Карла Маркса в сторону площади Третьего интернационала по одностороннему движению, организованное одностороннее. Правда, двигаться по Златоустовской автовладельцы смогут только до перекрестка возле офисов, а там, следуя указателям, они должны повернуть на мастерскую, либо на Ковшова и далее попасть на городскую площадь. Новые дорожные знаки на улице Златоустовская уже появились. Прямо за этим указателем начинается участок дороги с двухсторонним движением. Владельцы легковых автомобилей смогут подъехать к офисам, припарковаться и даже развернуться там, но не дальше торгового центра. А вот для маршрутных такси и автобусов движение по Златоустовской будет сквозное. Кроме того, общественный транспорт теперь будет останавливаться возле торгового комплекса. Остановку на городской площади уберут. Движение на улицах Ковшова и Мастерская пока останется без изменений. Сотрудники дорожного надзора просят автовладельцев быть внимательными и следить за дорожными знаками. Регулировать поток будут также светофоры, которые уже установлены возле площади Третьего интернационала. Специалисты надеются, что новая схема поможет разгрузить исторический центр города.